Во время масштабного ремонта дорог этим летом подрядчики заменят не только асфальт, но и светофоры. Причем установят электронные регулировщики, сделанные в Новосибирске. Светофоры антивандальные и экономичные. Работают даже при отключении электричества. На производстве побывал Михаил Якимов. Одно из главных достоинств такого светофора – экономичность. Его мощность меняется в разное время суток. В разгар дня он светит на 80%, чтобы сигнал было хорошо видно даже при очень ярком солнце. Утром и вечером на 50%, а ночью на 10%. Этого достаточно, чтобы быть заметным для водителей и при этом их не слепить. А в итоге экономия больше 40%. Энергоэффективные светофоры – находка для городского бюджета. Они уже зарекомендовали себя в Новосибирске. Летом такие же появятся на 8 перекрестках. Разработали и собрали эти светофоры на маленьком предприятии в Заельцовском районе. Новые светодиодные с защитой от вандалов и современной электронной начинкой. Подрядные организации по ремонту дорог все преимущества уже оценили. Ставили очень много всякого оборудования, разного. Очень понравилось, качественно. Красивая. Намного проще устанавливать, во-первых. Не надо кучу кабелей тянуть. То есть один кабель там тоненький такой провел, и все, и оно все работает. Продукт на предприятии постоянно улучшают. Сейчас придумали светофоры с аккумуляторами. Таким даже перебои с электричеством не страшны. А еще за ними можно следить в режиме онлайн. У любой линзы неисправной мы тут же видим у диспетчера сигнал, причем мы видим сигнал, что на перекрестке таком-то светофор номер такой-то, линза номер такая-то, то есть красная или зеленая, там вышел из строя, допустим, включающий ключ или там наоборот, ну еще что-то. Мэр знакомится с возможностями инновационного производства и интересуется, смогут ли делать больше светофоров, ведь в Новосибирске многие устаревшие нужно менять. У нас 400 светофорных объектов, то перекрестки. Из них оснащено светодиодами только половина, ну чуть больше половины. То есть нам еще много надо работать, потому что это и надежность, это питание, потребление, это безопасность. Сейчас на предприятии могут собрать до 100 светофоров в год. Но если понадобится выполнить большой заказ, объем работ готовы увеличить. Главное, местные светофоры дешевле. Один стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.